Лето, солнце, отличная погода. Самое время для пикника. Собрались вы в парк в хорошем настроении, нашли место для привала и обнаруживаете, что вся поляна в собачьих экскрементах. Подобные случаи происходят с нами так часто, что мы уже перестали обращать на это внимание. И, между прочим, очень зря. К сожалению, культура выгула собак у нас пока не сформировалась. И шанс наступить в ту самую кучку очень высок. Но проблема не только в том, что придется отмывать обувь. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов указывает на то, что собачьи фекалии – это вред для экологии и, самое главное, для нашего с вами здоровья. Во-первых, у отходов собачьей жизнедеятельности очень высокая химическая активность. Разлагаются они довольно долго. А во-вторых, при разложении часть фекалий превращается в пыль, которую разносит ветер. А в этой пыли могут быть и яйца паразитов, и возбудители различных заболеваний, те же кишечная палочка, лямблия или, например, сальмонелла. Да, в российском законодательстве есть штраф для тех, кто не убирает за своей собакой. До 2000 рублей. Но наказать виновника почти невозможно. Здесь или правоохранитель должен задержать владельца, так сказать, на месте преступления, или свидетель должен написать заявление и предоставить фото и видеоматериалы в качестве подтверждения. Так можно ли владельцев собак заставить убирать экскременты, если не получается убедить их делать это? Можно. Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на успешный зарубежный опыт. Речь идет о ДНК-тестах, которые уже используются в США, Канаде, Великобритании, Испании, Израиле, Италии, ну и далее по алфавиту. Так, например, в Штатах уже больше 10 лет этим способом можно вычислить владельца, который не убирает за питомцем. Местные органы управления обязывают всех собаководов предоставить в лабораторию биоматериал питомца, где делают ДНК-тест и регистрируют животное в базе данных. После этого, если на газоне городские службы найдут экскременты, вычислить и наказать нерадивого хозяина не составит труда. За годы работы этой системы в США количество повторных нарушений достигло минимума. Дмитрий Давыдов предлагает внедрить в России генетические паспорта собак, в которых будут содержаться все сведения как о самом животном, так и о его владельце. Проводить такую регистрацию должны государственные органы совместно с частными лабораториями, конечно, на платной основе. Но для пенсионеров и инвалидов должны быть определены льготы, а исключения в обязательной регистрации или некий особый порядок этой регистрации составят собаки спецслужб, собаки-поводыри и бездомные собаки, живущие в приютах. А для всех отказавшихся от генетического паспорта и тех, кто не убирает за собаками, штраф следует существенно повысить, считает Дмитрий Давыдов. Помогут ли эти меры привить россиянам культуру выгула собак, узнаем у руководителя департамента дрессировки и испытаний рабочих качеств собак Российской кинологической федерации Инны Барановой. Ну, идея о том, что собаки тоже могут, скажем так, иметь свой генетический профиль и иметь информацию, а владельцы могут иметь информацию о том, что заключено в генетическом профиле собаки, она появилась не так давно с развитием вот как раз новых технологий. В первую очередь это предназначено для того, чтобы мы могли определить происхождение собаки. То есть точно ли этот щенок получен от этой пары родительской, далее точно ли этот щенок чистопороден, то есть принадлежит к определенной породе. И основная еще одна такая очень важная функция – это контроль генетических заболеваний. То есть мы с вами, имея ДНК-профиль, можем понимать, какие генетические отклонения могут быть у этой линии собак для дальнейшего разведения, для избежания попадания таких собак в дальнейшее разведение. Ну и, конечно же, генетический профиль может быть использован и для идентификации собак. Как вы себе представляете систему, при которой предложение, о котором мы с вами сейчас говорим, работает, да, при котором, например, по обнаруженным на газоне, на асфальте, на пешеходной дорожке экскрементам можно понять, какая собака, а точнее, какой владелец, да, потому что собака не может принять это решение, что можно, что нельзя, какой владелец не убрал за своей собакой? Необходимо в каждом населенном пункте создать биолабораторию, которая может быстро и недорого произвести анализ биоматериала. Далее, необходимо всех владельцев обязать пройти процедуру сдачи этого биоматериала первично, то есть когда собаке составляется этот профиль. Это достаточно дорогая процедура.
То есть должен быть механизм льгот какой-то, да, для малоимущих слоев населения и не только для малоимущих. То есть на данном этапе эта процедура достаточно дорого стоит. Дальше. Вам нужен штат людей, которые будут поддерживать эту базу в рабочем состоянии. Дальше. Каждый дворник должен быть научен обращению с биоматериалами. У него должен быть запас стерильных пакетиков, которые он это все должен собирать. Дальше должна быть налажена служба доставки этого биоматериала в лабораторию. Ну и, соответственно, отработана процедура, как еще идентифицировать то место, где был собран этот нарушительный биоматериал. Когда-то генетические анализы это были чем-то из ряда вон выходящим, да, и люди просто не знали об этой возможности и не пользовались. Потом это было очень дорого. Сейчас очень многие анализы достаточно дешевые, и они, скажем так, приносят людям такую пользу, что они готовы за них платить. Здесь та же самая история. То есть сдать ДНК-профиль, чтобы тебя потом наказали, нет. Но сдать ДНК-профиль, чтобы узнать, допустим, свободна ли твоя собака от генетических заболеваний, конечно, да. То есть вот это должно быть те истории, которые побуждают людей сделать это. То есть в любом случае ключевая норма, которая сейчас, ключевое условие, которое нам необходимо создать для там, дальнейшего роста на этой базе, вот в том числе такой инициативы, которую мы сегодня обсуждаем, это все-таки идентификация обязательно. Да, идентификация для животных должна быть обязательной. То есть это пригодится при любом. В любом случае, то есть это случай инцидентов на улице, там собака кого-то там покусала, напугала, убежала. То есть поиск собак значительно облегчается, когда у вас будет чипированное животное, его, в общем, достаточно легко найти. Вновь мы упираемся в то, что для достижения определенных целей нам необходимо убедить государство в том, что к этой цели двигаться нужно. Убедить не только государство, владельцев в первую очередь. Убедить в том, что все вот эти меры, идентификация, призывание к поддержанию чистоты на улице, это выгодно прежде всего самому владельцу. То есть объяснять ему плюсы. Тот же чистый город – это меньше заразных заболеваний. Да? Это больше гарантий того, что ваша собака спокойно гуляет и не приносит в дом, в том числе и опасных для человека заболеваний. Да? То есть мы должны, ну, в первую очередь обращаться к людям, к их, скажем так, добрым чувствам, да, и их разуму. Это всегда, в общем, наверное, более эффективно. А что об этом думает государство? Дмитрий Давыдов обратился в Министерство сельского хозяйства и получил такой ответ. Цитирую. «В действующем законодательстве имеется неопределенность в части осуществления полномочий по маркированию и учету животных. Они в настоящее время не закреплены, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в действующее законодательство». Конец цитаты. Действительно, летом этого года Госдума одобрила в трех чтениях законопроект о маркировке животных. Правда, только сельскохозяйственных или, как говорят профессионалы, продуктивных животных. Домашних и бездомных маркировка по-прежнему не коснется. Тем более, как отмечает Дмитрий Давыдов, самым современным и действенным способом по-прежнему остается тест ДНК. Но есть вопрос, как сами владельцы собак относятся к идее регистрации питомцев по ДНК? Выгуле со своей собакой я обязательно убираю за ним экскременты в пакете, все собираю, потом просто утилизирую. Экология должна быть чистой. Гуляем не только мы своими животными, гуляют также дети и взрослые, и люди. Все должно быть чисто и экологично. Я считаю, что каждый владелец должен обязательно убирать за своей собакой. Даже если собака живет в частном секторе в своем доме, все владельцы убирают за собой своей собакой. А тем более в городских условиях, где много разных собак, это непременное условие, как ты думаешь. Я просто хочу, во-первых, жить в чистом городе, где люди уважают друг друга, уважают пространство. Естественно, я за своей собакой убираю. Несет вред как экологии, так же и нам, и окружающей среде. Это риск заражения инфекционными заболеваниями. Поэтому убирать это просто необходимо. Насчет природы не знаю, экологии.
не задумывалась просто на эту тему. Для меня это прежде всего элемент культуры и воспитания. Только от хамства, наверное, людей зависит, если оно там сделало, и ты пошел, не убрав за своей собакой. Вот это исключительно, наверное, прерогатива просто культурного воспитания собаковода. Об ДНК-паспортах я ранее ничего не слышала, но вот то, что сейчас какую я информацию получила, я к этому отношусь положительно. Я считаю, что это сделать просто необходимо, вводить и экспертизы, и таким образом нас, граждан Российской Федерации, хоть в какой-то культуре привести, чтобы мы убирали за своими животными. Мы в ответственности за тех, кого мы приручили, поэтому мы должны делать все на благо им, нас и нашей экологии. Мне кажется, это сложновато на сегодняшний момент. Возможно, мы еще даже не готовы к такому развитию сюжета. Ну, идеи очень простые, и здесь не надо выдумывать что-то. Все это уже практикуется и в Северной Америке, и в той же Европе. Это полиция, которая следит за животными. Как мы выяснили, такие меры помогут существенно изменить улицы наших городов, а также положительно повлияют на экологию и здоровье россиян. Но без поддержки государства решить этот вопрос невозможно. Поэтому важно, чтобы инициативу Дмитрия Давыдова поддержали.